Какая милая бабушка. Интересно, она тоже идет танцевать. Так, мы не боимся, мы просто берем и заходим. Там будет много новых людей, которые тоже никого не знают, которые тоже волнуются. А бахилы бесплатные? Да, бахилы бесплатные. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы у нас первый раз? Да. Пойду к Денису Болкову на хип-хоп. Я смотрела шаг вперед. Значит, я подготовленная. Надо было занимать очередь. Ладно, встану с краю, так меня будет не видно. Я сейчас зайду и буду тренироваться, и никто не заметит, что я поставила. Ой, она со мной поздоровалась. А я с ней тоже. А вдруг она не со мной? А может, я тоже не с ней. Вот это да. Понятно, от природы, от природы. Все данные от природы. Это мне сложнее. Вот как надо. А вот как нет. Так, там тусовка и взрослые люди. Я, конечно, попытаюсь влиться. Сейчас пойду и вольюсь. Или нет? У девчонки зажигалки. Это я уже умею различать. Это дэнс-холл, дэнс-холл, дэнс-холл. Так, бежим, бежим, занимать очередь. Бежим, 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 бежим. Не успела. Ну ладно. Какое правило мы вынесли с открытых уроков? Очередь нужно занимать заранее.